Столетние куклы появились в доме с ангелом. Привезли их из разных стран мира. Старинные экспонаты представлены на выставке, чтобы показать современным детям, как выглядели игрушки в 19 и 20 столетиях. Анна Грынев готова поделиться с вами интересными подробностями. Самый эксклюзивный и ценный экспонат выставки – кукла, играющая на пианино. Этой юной леди больше 150 лет. Привезли ее из Германии. Куклы, которые представлены на этой выставке, имеют очень солидный возраст. Тем не менее, они прекрасны. Ведь они именно такие, какими мечтали быть наши прапрабабушки. Кроме кукол, здесь представлены фотографии 19-20 столетий. На них изображены дети, играющие со своими, теперь уже раритетными игрушками. Искусствовед и организатор мероприятия Анна Глазова обещает, фотографий будет еще больше. Я надеюсь, что сегодня вечером или завтра утром здесь будут уже висеть фотографии наших детей 21 века с их игрушками. В «Доме с ангелом» выставку проводят не просто так. Его сотрудники надеются, что древние куклы помогут их пациентам. В этом доме очень хотелось бы напомнить, что мы лечим не только тело, мы лечим душу. Выставка уникальна еще и тем, что будет развиваться и увеличиваться от первого дня до закрытия. А здесь будут необычные вещи происходить. Ночью, как это обычно бывает в сказках, будут поселяться какие-то куклы. Коллекция лояльных солдатиков, машинок. Посмотреть на кукол из прошлого вы сможете до 22 апреля в «Доме с ангелом». Анна Грынев, Сергей Чумаков, 7 канал.